Бульвар приглашает ульяновцев на воскресный уикенд. Межрегиональный фестиваль еды и музыки 5 июня. Пройдет он на территории музея-заповедника «Родина Ленина». Развлекательную программу обещают впечатляющую. Зрители ожидают две сцены, на которых в течение дня будут выступать музыкальные коллективы различной направленности. От поп-рока до джаза, от авторских текстов до известных кавер-хитов. Среди участников 19 групп из разных регионов страны. Москвы, Самары, Тольятти и Казани. В кулинарной зоне рестораторы также не только из Ульяновска представят блюда уличной кухни разных народов мира. Кроме того, будет организована выставка-продажа фермерской продукции и крафтовых товаров.